Всем привет! С вами Юля. Сегодня 18 сентября, воскресенье. Хочу подвести итоги этой рукодельной недели. Во-первых, хочу показать, что я наконец-то завершила четвертый дизайн наборов Панна серии «Стихии». У Панны это планируется оформить в подушку. Я пока еще не знаю, как я буду оформлять. Главное, что они мне все вышли. Серия – это для меня очень такой знаменательный день. Размер всех кругов стандартный 32,5 на 32,5 сантиметра, в крестиках 180 на 180 крестиков. И вышивается на AIDE 14 каунта. В данном наборе 27 цветов, в каждом наборе свое количество цветов. И дизайнер здесь Марина Хромова. Уровень сложности 3. По-моему, это самый высокий. Нет, не самый высокий, я могу ошибаться, я уже не помню. Вот, с обратной стороны здесь тоже нам предлагаются разные дизайны. Ну, знаете, это достаточно старый набор, снят уже с производства давно. И тоже здесь вот эти наборчики, они тоже, наверное, большинство сняты с производства. Вот, у Панны очень классные тигры получаются. И вот этот мне всегда нравился, Гжелевский, вот с этим вот кувшином. Как он правильно называется, этот кувшин, молочник. Может быть, под вино, не знаю, но вот тут он... Этот вот дизайн очень-очень классный. Контраст к желе и яблок. Ну, в общем, такие вот здесь разные дизайны. Вот. Что у меня по организации? Схема осталась. Вышивала по оригинальной схеме. Она черно-белая, крупная, очень четкая, понятная, легкая. Но она огромная. И, конечно, вот это неудобно ее вот как-то складывать, перекладывать. Так вот, знаете, неудобно работать. Но... Справиться можно, в принципе, нет каких-то сложностей. Главное, что она крупная и понятная. Иглы у меня были. Иглы я паркую вот на такие самодельные органайзеры. Это обычный какой-то вот такой материал спиненный. Его часто используют для упаковки какой-то аппаратуры. У нас товар приходит с такими листами. Я их сохраняю. У меня их очень-очень много. Но вообще они как бы и не портятся. Вот сверху приклеиваешь на двусторонний скотч новый ключ. И опять можно использовать. У меня, видите, с одной стороны был ключ, с другой стороны ключ. Вот тут то же самое. В общем, они такие вечные, вот эти, этот материал. Ничего с ним не происходит. И очень удобно. Чтобы сделать организацию, я просто вырезаю ключ с схемы, от схемы на двухсторонний скотч клею и все, и вперед. Вот, так что эти штуки у меня остаются. Организация у меня была в такой вот коробочке. Есть еще крышка, но я сняла ее, чтобы нет... чтобы вот так вот показать вам, как есть. Тут у меня маркеры, ручки. Дополнительно был черный цвет, но он мне не пригодился, потому что мне хватило здесь полностью всех-всех ниток. Осталось много на иглах. Какие-то нитки, которые были подлиннее, я их обратно сюда перевесила, остальные я выбросила. Вот, как бы, ну, куда мне их собирать? Это гамма, я оставила на всякий случай, а вдруг захочу вышить второй раз. И здесь, кстати, на второй раз, возможно, их хватит ниток. Вот, эта планшетка у меня поменьше ниток, но здесь их и было мало, она такая была добавочная. Здесь было много цветов, много ниток, точнее, каждого цвета. Вот, ну и осталось достаточно много. Посмотрите, сколько черного. Очень много. Вот в наборе с водой черный у меня закончился прямо на самом старте. И мне пришлось, по-моему, два мотка добавлять, если я не ошибаюсь. Но один точно. А здесь, видите, еще сколько осталось. Вот как-то что-то у них, какая-то ошибка произошла с комплектацией. Но наборы, дизайны шикарные. Поэтому, девочки, пишите производителю, кто хочет эти наборы, обращайтесь, чтобы сделали перевыпуск. Я думаю, что они достойны, чтобы их вышивали, чтобы эти дизайны были. Вот, и вот здесь вот тоже, видите, ну много ниток. Я думаю, что даже, ну почти, если аккуратно, на второй отшив может и хватить. Вот столько ниточек вышивала. Они коротенькие, я вышивала, брала по две ниточки и вышивала. Вот, вот, вот так. Ну и сам круг, то, что у меня получилось. Я вам, конечно, в последнее время его очень часто показывала в каждом видео, потому что он у меня основной в СП «Рукодельный урожай». Я каждую неделю хотя бы по чуть-чуть его вышивала, продвигала, поэтому в отчетах он у меня, этот круг, часто мелькал. Ну и теперь это такой финальный момент, вы его видите завершенным.
и больше он уже так часто мелькать не будет. Конечно, есть какие-то видео отчетные, сборные, еще вы его там увидите, этот круг, но вот так часто уже все. Он отправится пока в рулон, потому что я еще не придумала, как я буду оформлять все мои круги. Либо подушки, либо картины. Ну, еще нужно подумать, потому что все это нужно место разместить, что-то как. Вот, но круг очень яркий, сочный. Мне очень-очень нравилось его вышивать. Почему-то мне было скучновато вышивать вот синие, вот эти цвета барашки. Как-то синий мне не очень идет. А вот зеленый, даже коричневый, вот эти оранжевые цвета я вышивала с огромным удовольствием. Ну и опять же, 14-й каунт, очень легко все вышивается. И схема простая. Здесь нет частой прям смены нитки, да. Ну и давайте я вам поближе покажу. Вот такой круг у меня получился, яркий, сочный. Нужно будет мне еще немножко проверить бэкстич. Кстати, бэкстич здесь по ключу идет в две нити, я вышивала в одну, потому что мне очень так, ну, толстые линии получаются, мне не очень это понравилось. Я на всех кругах вышивала в одну нить. И нужно будет сейчас проверить бэкстич, может быть, какие-то пропуски, потому что я старалась сразу его вышивать, но там, где были пяльцы, кюснапы, под ними, может быть, что-то у меня, какой-то участок остался. Буду сейчас еще все проверять. Ну, все, круг готов, это финиш, я очень-очень рада. Итак, давайте посмотрим и остальные мои кружочки, вспомним некоторые. Вот этот круг я точно думаю, что вы еще помните, потому что это круг этого года. Это круг называется «Вода». Я его вышивала также в СП «Рукодельный урожай». Достаточно он у меня быстро вышился. Очень интересный дизайн. Но вышивался он у меня почему-то не так легко, потому что здесь вот есть синие вот эти цвета, почему-то они меня очень сильно утомляли. Хотя вот сейчас я смотрю, я их так в таком количестве не вижу. Здесь вот очень красивые бирюзовые, зеленые также есть. Мне здесь нравится вот этот кораблик с солнышком. Рыбка золотая, хотя она не золотая, малиновая. Очень красивая такая гора мощная. Вверху солнце восходящее, лотосы. Ну, потрясающий дизайн, очень-очень красивый. Мне нравится эта стилистика. Пусть они немножечко такие, эти дизайны простые, но мне вот эта стилистика очень-очень нравится. Вот такой кружочек. Это у нас вода. Так, вот этот кружочек, я думаю, не все помнят. Это работа 2017 года. Это у меня воздух. Вот сейчас смотрю, а здесь синего, посмотрите, как много. Но, тем не менее, вышивался он у меня на одном дыхании. Мне вот он так понравился этот дизайн, что я просто его взахлеб вышивала. Очень-очень тоже красивый дизайн. Здесь немножко в такой греческой стилистике, да. И, может быть, поэтому как бы Греция, да, и вот мне хотелось его вышить. И я его вышивала очень быстро, вышила очень быстро. Мне этот круг очень-очень нравится. И самый, наверное, мой любимый, вот. Вот, самый мой любимый, это вот этот вот, я его называю спартанец, это огонь. Здесь феникс, это моя птица, здесь, ну, очень-очень яркий такой дизайн, да, вулкан у нас есть на заднем плане, извержение вулкана, вот здесь клубы вот этого пара, дыма поднимаются. Тут тоже все в огне, не знаю, что здесь, вот птица, крылья у нее такие огромные, лапы, когти. Ну, такой очень яркий, очень интересный дизайн. Это огонь, вот соответствует огонь, прям огонь огненный, самый что ни на есть. Ну и красивый здесь спартанец, классно придумали. Вот такая вот стилистика с фениксом. Ну, шикарный. Самый-самый классный круг, мне кажется. Ну, просто я его очень люблю. Вот. Вот такие вот у меня мои 4
круга уже готовы, 4 стихии. Нужно теперь придумывать, как-то их оформлять. Так, и следующий мой проект, который я начала уже готовить на этой неделе, это мой большой проект «Дорожка». Я вам показывала, что я купила большой кусок луганы белого цвета. Дизайн я уже подобрала, что я буду здесь вышивать. И у меня стояла цель сделать разметку, покроить и пошить. Я полностью подготовила эту дорожку, она у меня уже готовая. Сделала даже некоторые наметки по разметке мононитью. Вот, ну видите, хотела вам показать, какой размер будет у этой дорожки. Это примерно 160 на 50 сантиметров. Вот такой большой объем мне нужно будет вышить. Конечно, это не полная зашивка, просто бордюры, но тем не менее, дорожка большая, но будет красиво, интересный проект. Сейчас покажу, что у меня еще по подготовке. Итак, хочу показать вам подготовку моего нового процесса. Я вам показала только что, как выглядит полностью эта дорожка на комоде, чтобы вы понимали, какой это объем будет у меня выполняться. Вот. Ну и что мне нужно сделать в новой рукодельной неделе. Значит, я съездила в магазин и купила ниточки, вот такие красивые, ДМС. Всех цветов по 2 мотка. К сожалению, почему-то у меня ПМ не высветила расход, но в любом случае купила пока по 2, вот, потому что это тоже такое, знаете, удовольствие дорогое, не так накупить ДМС. Пока по 2. Вот, что я планирую сделать. У меня есть вот такие планшетки, я их сохраняю от разных наборов. Вот в данном случае это, скорее всего, черевномыть было. Вот, и сюда я буду подписывать номерочки и развешивать ниточки. Буду делать нарезку по метру. Поэтому это у меня вот в планах такая организация. Ну и, конечно же, хочется уже начать попробовать немножечко, да, что получится. Как будут получаться вот эти розочки, этот мотив. Кстати, хотела вам показать на планшете, но он у меня сейчас вот сел, прям вот неподходящий момент, поэтому где-то вставлю вам орнамент, чтобы вы видели, какой дизайн я планирую вышивать. Розы у меня будут идти, этот бордюр вот так вот снизу, видно, то мне может далеко, вот так снизу и точно так же сверху. Бордюр будет получаться примерно 8,5 сантиметров по высоте, в ширину где-то 155 сантиметров. В общем, работы много, но, знаете, вышивают же девочки long dog, да? Почему бы и мне не вышить себе вот, ну, такую скатерть, потому что, ну, стены все не завешаешь, а хочется иметь какую-то тоже прикладную красивую вещь. Я долго думала, выбирала, подбирала, что же мне вышить. Знаете, мне всегда останавливала полная зашивка. У нас очень много таких дизайнов. И книга у меня есть, где вот полная зашивка, особенно мелкий каунт. И вот вышивать скатерть таких объемов как-то, знаете, вот, ну, я пока не решаюсь. А вот не полную зашивку, тем более лугана, 25-й каунт, это очень
Крупный каунт легко пойдет, и я думаю, что буду потихоньку вышивать. Крупненький такой дизайн, рисуночек не навязчивый, розочки розовые. Ну вот, как бы, мне кажется, что мне понравится. По крайней мере, сейчас желание есть, и если оно такое вот у меня сильное, не отпускает, я думаю, что мне понравится, я буду потихоньку брать эти розочки вышивать. Вот, я сначала хотела начать с боку, с края точнее, поэтому и сделала себе здесь тоже разметку, считала, выискивала, как мне сколько отступить, но мне немножко не получается, как бы, правильно рассчитать край, отступ, потому что я точно не знаю, как у меня будут, какое у меня будет оформление вот именно боковой части. Поэтому я решила, думаю, почему я вот себя как бы загоняю в сложности. Я начну с центра. Я уже посчитала, что у меня бордюр получается 155 сантиметров. Там, да, по-моему, 155. Вот, я нашла серединку в ПМ, там уже все показано. Начну прямо с центра, ну, пойду либо влево, либо вправо. Потом точно так же вверх буду вышивать. Вот, ну и все. А потом буду уже оформлять бок. Ну и на центр у меня уже тоже есть идея, как я оформлю. Тоже есть рисуночек ненавязчивый, поэтому идея сформировалась. Теперь нужно приступать, потому что работы все-таки много. Хоть и крупный каунт, но работы много. Нужно начинать вышивать. Вот, очень хотелось бы, мечталось бы, чтобы это к весне у меня дорожка была готова. Ну, посмотрим, что будет получаться. Кстати, у меня осталось еще очень много такой белой основы. Она классная, это Лугана, это Цвайгард, очень хорошая основа. Посмотрю, что я еще буду делать из этой основы. Но всегда пригодится белая. Вот. Ну, в общем, у меня это в планах на эту неделю сделать подготовку, ну и хотя бы попробовать. Буду стараться. Никогда нельзя угадать, что там по загрузке, какая будет неделя. Эта неделя у меня была достаточно загружена. И, ну, я план минимум-то выполнила по своим планам, да, по задумкам. План минимум есть. Ну, посмотрим, что получится. Так, ну и идем дальше по процессам. Так, дальше. Ну, так как я закончила круг в нашем СП, рукодельный урожай, СП еще продолжается, я решила добавить еще один дизайн. Этого кота я буду вышивать на подарок. Вот, у меня есть один такой кот уже. Вот он. Будем делать ему братца. Вот он, этот кот, видите, красавчик. Он у меня работает помощником в шитье. Видите, у него куча булавок. Он как ежик, такой осенний, замечательный кот. Очень мне нравится этот дизайн. Единственное, что я, когда его собирала, я в шитье-то еще совсем не разбиралась. И я, конечно, его вообще неправильно собрала. Ну, в каком плане? Я ставила очень мало на припуск, когда стала сшивать, линда стала сыпаться, и, в общем, края оказались неаккуратными. Ну, теперь уже никуда не денешься, он как получился, так получился. Теперь я уже немножечко понимаю, как нужно работать вот с такими тканями. У меня есть и флизелин, и клей специальный, то есть я уже как бы немножечко разобралась, как нужно оформлять вот такие вот вышивки в игрушки. Вот. И так как у меня уже есть некоторый опыт, я буду делать второго такого кота, но на подарок. Вот, у меня есть кусок линды, он вышивается на линде. Нитки я подберу, здесь немного цветов. Я еще не успела этим заняться, потому что вчера поздно вернулась с работы. Вот, буду подбирать ниточки. Вышивки здесь, вы видите, тут вообще совсем очень мало, поэтому на этой неделе план и вышить, и сшить кота. Вот, посмотрим, что получится. Я, по крайней мере, буду стараться. Кот такой вот классный. Вот, буду стараться, и на следующей неделе я вам покажу, что получилось. Дальше. Также я сидела и занималась подбором тканей по шитью. Я вам говорила, у меня есть в планах пошить чего-нибудь еще. Мне это занятие очень понравилось. Есть у меня вот такая вышивка. Это дизайн Dimensions, пионы. Очень-очень мне нравится этот дизайн. Вышивала, начинала по набору от Classic Design. Потом я поняла, что там
ну, как бы немножко переделана схема, нитки там. Ну, в общем, я потом стала подбирать оригинальные нитки, вытаскивать с наборов, собирать, переделывать. Основу взяла другую, там, по-моему, 16-я была. Я здесь взяла 18-ю. Ну, в общем, начала по набору, потом переделала все в самоподбор. Ой, ну, долго я с ним мучилась, не все мне здесь нравится, но в целом мне очень нравится этот дизайн. Очень-очень красивые пионы, шикарные, ну, Dimensions умеет создавать. Вот, ну, так как, в общем-то, коллекции у меня маленьких дизайнов нет, оформлять какую-то стену, вешать мне негде просто, ну, чтобы он не лежал в рулоне в моем, где там много всяких вышивок, я хочу оформить его в косметичку, в какую-нибудь красивую такую сумочку. Вот, и у меня, к счастью, нашлись вот такие красивые ткани. Вот, я их выбрала три, они сюда очень подходят. Особенно вот этот цвет мне очень нравится. Возможно, я оформлю внешне вот так, а внутри будет просто розовенько. Хотя можно и вот эту внутри даже будет, мне кажется, прикольнее просто. Вот, я пока еще думаю, мне вот эти три нравятся. Можно, в принципе, оформить и внешнюю ткань вот в эту. Тоже подходит, видите? Ну, это больше подчеркивает пиончики, поэтому я склоняюсь, что внешняя будет ткань вот эта, ну, что будет однотонная, ничего, а внутри, скорее всего, ну, может, розовая, вот так. И вот это нравится, все три нравятся, поэтому я как это, мартышка и очки, я туда-сюда, ну, буду что-то думать. Пока я вот так вот, знаете, оставляю себя на рабочем столе и, знаете, хожу, смотрю, думаю и жду, когда я точно уже определюсь. Ну, вот этот мне прям очень нравится оттенок. Ну, скорее всего, все-таки вот так, да? Я вас тоже немножко озадачу. Вот так, мне кажется, будет очень хорошо. Они прям вот, эти два цвета сюда подходят идеально. Все, мы с вами определились. Осталось то найти время, сесть и заняться пошивом. Нужно будет покроить, не знаю, как я буду все это организовывать. Может, какую-нибудь длинную сумочку, сколько я буду оставлять на припуск. Как-то, ой, вам не видно. Как-то так, наверное, отрежу. Да, очень красивые пиончики, люблю их. Особенно на камеру так классно смотрится. Прямо, не знаю, даже и оформить хочется. Но вешать некуда, сделаю сумочку, нет. Так, и идем дальше. Так, и еще ткани. Давно я мечтала себе сшить сумку, шопер в стиле лоскутного шитья. Но мне всегда казалось, что это архисложно, нужно быть прям супер швеей. Но вот смотрю мастер-классы, вроде бы, мне кажется, это понятный процесс. Вот, и я сидела, подбирала ткани. Вот я уже на одну сумку себе собрала. Какие оттенки, какие тканюшки, как я их буду нарезать, я еще не знаю. Ну вот, как сочетание, да, очень красивое такое сочетание. Жизнерадостные ткани, тут зайки, как бы, ну тоже подходят зайки по цвету. Ну а это у меня в наборах были две такие, они пойдут на внутренний, на подклад. Вот, поэтому внешние у меня ткани от одной сумки будут вот такие. Может быть, без зайцев. Зайцы немножко входят в диссонанс. Может быть, вот так. И это внутренний подклад. Ну, прикольно будет. Мне кажется, супер. Ну, если мне понадобится что-то добавить, то еще и зайцы. Хотя зайцы, ну, вот они вот тут сочетаются, зайцы. Вот, ну, а так, в целом, вот эта подборка у меня готова. Тоже буду стараться как-то это сделать. Не знаю, время. Время. Вот, и на вторую сумку у меня вторая будет вот в таких зеленых цветах. Вот, смотрите, однотонный. Потом вот такой заяц. Есть еще вот такие солнышки, но тоже ничего, подходит. Такие разводики, полоски. Надеюсь, видно. Камера уезжает. Камера. И белый цвет. Вот, и белый цвет. Ну, можно будет отсюда взять тоже какой-нибудь кусочек уж такого оттенка. Ну, прям совсем зеленый. Ну, я посмотрю, может быть, я вот с этой стопки, они же не все уйдут, я по кусочку буду отрезать. Может, сюда что-то добавлю. Ну, вот как бы, как идея, да, подборка у меня здесь вот в таких вот зеленых цветах.
Конечно, здесь у меня не хватает на подклад, поэтому придется, скорее всего, что-то с чем-то сочетать. То есть внутренний подклад нужно будет сшить, наверное, из двух каких-то кусочков разных, может быть. Но я посмотрю, подумаю, может, докуплю на подклад. Главное, хотя бы внешнюю сторону мне покроить, сшить, а с подкладом я уже что-то придумаю. Может, докуплю что-нибудь, какую-нибудь тканюшку придумаю. Вот белый этот, не знаю, подходит он. Ну, тоже подходит, он белый везде есть. Ну, в общем, вот такие у меня здесь задумки. Здесь я как бы 100% уверена, что я как буду делать. А это у меня второй такой вариант. Здесь нужно будет еще немножечко поразмышлять. В общем, это у меня идеи по созданию сумки шопера. Мне эти сумки очень-очень нужны для работы. Как это я рукодельница, у меня нет сумки подходящей. Вот, видите, у меня сколько задач. Ну, я не знаю, что у меня получится. Я вам все показываю, какие у меня идеи на эту рукодельную неделю. Я не знаю, что получится. Может, будет много работы, и я вообще не смогу ничего всего этого сделать. Ну, буду стараться. Вот тут уже воскресенье, и как бы времени тоже мало осталось. Ну, обычно на выходных я много всего успеваю сделать. Итак, суббота рабочая, сегодня. Сейчас будем уезжать на море. Сегодня у нас жарко, около, сказали, 36 градусов будет, под 40. Посмотрим в Афинах, что у нас будет. Ну, жарко, поедем на море. Вот. Что еще у меня было на этой неделе? Да, были еще новости. Минуточку. Так, еще на этой неделе я занималась разметкой мононитью. Знаете, это такое очень тоже непростое занятие, разметить мурана мононитью, считать переплетение. Глаза уже очень-очень устают. Но это нужно было сделать, потому что у меня здесь очень сложный элемент. Это нужно будет вышивать планету Земля. И вот видите, вот так здесь будет Земля. Здесь ее очень много. И без разметки мне тяжело, даже с программой мне тяжело. Крестик все-таки миленький, часто смена нити, все это так, знаете, намешано. Я подумала, что нужно как-то себе помогать, поэтому сделала вот разметку. Не знаю, на этой неделе буду вышивать или нет, скорее всего, не получится повышивать. Но я вам отчитываю, что в планах было разметить, я разметила. По крайней мере, программу минимум я выполнила. Вот, тут нитки еще торчат, я их оставляю, чтобы было потом легко их повытаскивать. Вот, ну, показала вам моего ангела, готовлюсь, собираюсь силами. Сейчас завершу наш СП, осталось уже там немного, 2 недели, и у меня будет больше свободного времени, я займусь вот ангелом. По крайней мере, уже здесь готова разметка, будет мне намного-намного легче. И еще один процесс, который мне нужно было повышивать, так как я сейчас играю в игру, и мне выпало вышить 300 крестиков на домике. Я вам показывала вот этот дизайн от Cottage Garden. Очень такой симпатичный примитивчик, интересный дизайн. Я хотела вышивать на голубой основе. Мне она так понравилась, и я прям вот все, хочу на этой голубой основе вышивать. Но когда стала вышивать домик, он там полностью потерялся. Мне пришлось, ну я немного вышла, пришлось распустить. И стал вопрос, а на какой основе вышивать. Я достала все свои основы, стала перебирать, примерять. Ну, пришлось даже звать мужа на помощь. Ну, в общем, мы с ним однозначно пришли к мнению, что нужно вышивать на белой основе. Все другие цветные основы, они очень сильно глушили цвета. Здесь цвета, они вроде бы не бледные, но ну, вообще-то бледноватые. Да? Нет у них хоть и контрастный рисунок, но цвета такие очень приглушенные, вот, особенно домик. И я пробовала разные оттенки, куда не прикладываешь, теряется этот домик, поэтому вот белая основа, самое-самое то. Вот. Ну и вчера я стала вышивать уже в полулежачем состоянии, потому что вернулась с работы. Ну, думаю, ну надо попробовать, смогу ли я повышивать. Ну вот, видите, я кое-что все-таки навышивала. Можно так сказать, ну, я думаю, что тут 300 крестиков должно быть. Вот, программу минимум тоже выполнила на домике. Организация вот такая вот
ленивая, просто в крышке у меня здесь нитки. Кстати, ниток у меня здесь не хватает, нужно сделать докомплект. Но это, скорее всего, на следующей неделе я буду делать докомплект по этому дизайну, плюс по сэмплеру рождественскому, который мне набирает сейчас Кристина. Она говорит, там размерчик ого-го, схема сложная, потому что журнала помятая, там не все четко видно, сложно идет. Вот, но главное, идет перенабор. Но я не спешу, вы видите, у меня тут планы наполеоновские, как всегда. Как запланирую, а когда все это делать, не знаю. Вот, но что хотела сказать. Кристина набирает, я тоже в планах держу этот сэмплер хотя бы начать. И нужно будет на следующей неделе съездить докупить нитки. Я так разбиваю вот эти покупки, чтобы мне не сразу все покупать, а как-то частями, да. Вот, тоже хочу докупить сюда ниток. И к сэмплеру рождественскому тоже докуплю нитки. Потихонечку идет процесс. Но видите, здесь очень легкий процесс. Схема-то небольшая, уже практически дом и готов. Вот, я бы еще внутри повышивала окошки, но у меня нет ниток. Я вышила то, что у меня, в общем-то, было в наличии. Ну вот на домик, по крайней мере, у меня цвета были, и еще вот можно довышивать. Здесь уже будет идти крыша. Вышивать очень приятно на Линде. Это у меня Линда 27 аккаунта. Кстати, нашелся такой кусочек подходящий. Он длинненький. Какой-то отрез остался, видите? Прям вот идеально. Ну, здесь у меня магнитиком еще останется. Еще на какой-нибудь дизайн. Ну, в общем, белый цвет – это универсальная основа, и с ней делай, что хочешь. Крась ее, на белом вышивай, разводы делай, все что угодно. Ну, вот мне понравился на белом. Кстати, у меня есть идеи, что сделать с этой вышивкой, как ее оформить. Но это пока тоже секретная информация. Главное – вышить, а потом я вам уже расскажу, что будет. Ну что? Что забыла, что не рассказала? Да вроде бы все рассказала, все показала. Видите, у меня рукодельная жизнь вроде бы как потихонечку идет. Я сама удивляюсь, как я нахожу это время, как у меня все это получается. Ну, потихоньку, по чуть-чуть, по часу, по два вечером я делаю. Вот сейчас утром я хочу заняться шитьем, пока есть у меня вот это время, пока свет. И то, что вечером, если вернемся опять поздно, после моря, наверное, будет лень шить. Поэтому нужно сейчас быстренько сесть, покроить, что-то пошить. А вышивать буду уже на неделе. И готовить новые процессы. Вот такие у меня новости. И то, что мне осталось еще вам показать, это новое задание на следующую неделю. Я вот, знаете, когда стирала следующий кружочек, я очень переживала, думаю, что же мне выпадет. И когда увидела 300 крестиков зелени, я думаю, ну что же мне, новый процесс начинать? И сразу у меня пришел ответ, сразу у меня есть идея, где вышивать 300 крестиков зелени. Ну, конечно же, на скатерти, на дорожке, на новой, там же с розами и зелень есть, поэтому листочки. Поэтому буду вышивать и розы, и зелень. И на следующей неделе, надеюсь, получится снять видео и отчитаться. Вот, это все новости, теперь полностью все новости на этой неделе. На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения, до новых встреч и всем пока-пока.